чизбургером. За чизбургером. Пошли, ты маме чизбургер сделаешь, а я буду снимать, как ты накладываешь. Держи. Так я хочу сахарную вату. Не, пошли, пошли с мамой. Делай маме чизбургер. А? Где? Вон он. Надо сперва хлебушек взять, Ань. Хлебушек. Бери у мамы хлебушек. Теперь котлету туда. А может, ты себе тоже сделаешь? Теперь майонеза. Майонеза. Вон. Корон. Do you want корон? Побольше. Я люблю майонезиков. Все, спасибо. Теперь пошли дальше. Let's go. Теперь мне солененьких огурчиков туда. Да я сама положу. Это пикл. Пиклс. Пиклс. Стой, стой, стой. Пиклс. Томейто. Так ты одна делкой. Да ну и что? Я люблю томейто. Томейто. И вот этого вот. Все. Благодарю. Что надо маме сказать? Я знаю. Спасибо. Ойши. Маришка, смотри, какой у меня чизбургер. Найс. Банку? Да я не очень-то умею их открывать. Держи банку. Скажи привет по-английски. Казахстан. Hi, hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Хочешь играть в игры? В игры? Аня, вкусная вата? Да. Как вата по-английски? Cotton candy. Да. Все, ее выключили. Последняя кэнди кому? Последняя кэнди кому? Маришка? Последняя. Аня, унесли. Нет. Аня, у тебя есть. Попробовать, я уже съел. Да? Это что? Ясно. Там, наверное, осталось еще. А, нет, ее не выключили. Сейчас будет вторая серия. Чизбургер сделать. Вот хлебушек есть. Собачка. А где собачка? Я пойду поиграть. А где
є собачка. О, перший спорт геймс. Вот это я понимаю. Все снимаю. Маленькое чудо тут сидит. Вот они. На тебя не упали. И никто не дал чизбургер. Смотри, какие глазки. Привет, маленькое чудо. Привет. Привет, малышечка. Тебе жарко, да? Как прям дышит. О, смотри, ей поводок. Давай я посниму. Найс, папи. Маришка, ты не хочешь во фризби поиграть? Фризби. И попить могу тоже. Need to train here and after give some tasty. Watermelon. Надо едой покрутить, она тоже крутится. Вторую лапку. Покрути едой. Хочу поснимать территорию. Я хочу поснимать территорию. Вот это вот наш пикничок. Это наша тусовка. Там вон дальше такие же самые, эти самые, как называются. Место вон у нас в тени, нам повезло. Там на солнце. И там люди переместились под дерево. Вот Аня играет во фризби. Детки на площадке. Здесь какой-то ремонт, что-то строится. Короче, у нас самое крутое место, потому что в тени. А летом это очень важно. Вкусные чипики, Аня. Да. Эти вот чипики острые. Острые? Не, я не хочу. Я уже наелась острого, хватит с меня. Ань, тебе здесь нравится? Шарики, гигантская банка. Не, спасибо. А чего вы не пошли в спорт играть? Во фризби. Не ходите во фризби?
Снимаешь? Да. Я снимаю, как ты лопаешь. Можешь снять сзади, как играть? Во фрисби я уже сняла. В общем, из вот этой семьи есть маленький сын, и ему там мама кинула мяч на фрисби сестре, а я тут взял сестре, она не дала ему тарелки, он ее купил. Он обиделся? Она его побила, опять он взял ее побил. Подрались? Да не, вон они нормально играют, Ань. Никто не дерет. Команда уже собирает.